коротких бассейнах. Там от нее ждали победы на полтиннике, но она умудрилась сделать фальстарт и вылететь на стадии полуфиналов. Без нее обошлись, если помню, там три победы в плавании на спине одержала Оливия Смолига. Джорджи Дэвис в финале была седьмой. Ну а что касается Тин Медейрос, она затем отомстила всем на полтиннике вольным стилем. Это было интересно. Ну а сейчас 50 на спине. Девчонки почти равные по силам. У меня такое ощущение, что Джорджи Дэвис проиграла старт. Немножко отстает Эмили Сибом. И основная битва идет между Фесиковой, немножко догнавшей ее Джорджи Дэвис, а Тин Медейрос буквально неконкурентоспособная. Настя Фесикова выигрывает этот заплыв. Ну что ж, неплохо. Я, честно говоря, не обратил внимания на результат. 27-58.